Егор Валентинович Перцев. Олонец, Карелия. На потемневших улицах мело, и дома окна неуютно были. Мы встретились. Из первых наших слов я понял, что мы раньше говорили. По заметенным улицам круги, уже не замечая, нарезали, и я пришел домой совсем другим, хоть мы тогда о многом не сказали. Я вспомнил, как до этого я жил, как мне казалось, ничего не надо, и как привычной стала для души эстетика упадка и распада. Я ждал неделю, время торопя, и все прошло. Одно осталось ясно, что мир устроен просто и прекрасно, и в нем не доставало лишь тебя. Рождение — наше первое звено причудливой извилистой цепочки. Мы, не встречаясь, встретились давно, и наша встреча стала средоточием, где голос твой звучит на все лады любимых и знакомых мне мелодий. В нем узнается вечный плеск воды и все, что есть и слышится в природе, где можно все увидеть и понять, что истинно, что ложно и нелепо, и от тебя мне взгляд не оторвать, как от морозного ночного неба, в котором ясность Божьего лица, где все предельно правильно и просто, где нету ни начала, ни конца, где только вечность и любовь. И звезды. Облака нависают так низко, и до неба рукою достать. Если смерть мне покажется близкой, я приеду сюда умирать. Может, осенью, может, весною я уйду без болезней и мук. Просто тело горячее вдруг затрепещет и станет не мною. А затем я навеки исчезну, наконец-то, свободной душой. Я уйду в ту же самую бездну, из которой когда-то пришел.